Здравствуйте, уважаемые телезрители и подписчики. Произошел очень неприятный инцидент. Моя нана Ева заканчивается. Осталось совсем немного, и мне приходится открывать подарки, которые я накопил за это время. Давайте я скачусь до уровня тех донатов, которые постоянно показывают, как они открывают по 50-60 подарков. У меня, к сожалению, такого количества нету. Все, что заработал, все, что купил за звезды и за мандарины, то и будем открывать. Ну, поехали. Надеюсь, нана Ева у нас будет. А то через час она исчезнет, и нечем ее заменить. Не везет. И снова, и снова, и снова не везет. Ну, хоть бы чип один выпал. Ну, еще подарка, парочку купим. Не нужен артефакт нахер. Да. Подарки есть, эффекта нет. Кому грубо, наверное, 50-го уровня. Есть, есть! Есть, моя родная, есть. Мандаринки, мандаринки. Добиваем. Нафиг добиваем их все. Вот нафиг эта гроза районов не нужна. Ну, кольцо. Кольцо. Мое кольцо. Еще 450. Ну, давай еще один. Давай еще. Ну, еще один. Эх. Опечалился чему. Купить мою прикольную вещь. А мандаринов как не было, так и нету. Есть еще раз на Ева. Ау, круто, круто. Это просто круто. Оу, е. Ну что, давайте еще по сундукам пройдемся. Посмотрим, что и в этих радостях лежит. Ну, хоть кредитов наберу. Да, сейчас дает не то, что было раньше. Эх, как помню, как набирали по 28 тысяч. Сейчас от силы, наверное, 1000-2. Может, наберется, а может, нет. Ну, хоть кредитов наберешь по самые уши. Где же давай? Ай, 7 рингтонов. Свою штуку я уже поднял. Все, закончились. Или по золоту еще. Отличненько. Люблю, когда заканчиваются дрожь земли. Есть хотя бы что позаниматься, веселиться. А единственный толковый ящик, 770. Давай, 2000. Давай, давай. Все. И эти тоже закончились. Ну, продолжим веселиться. Давай еще по этим ящикам пройдемся.
что там, сколько чего осталось. Ну, все разом, чтобы открывать уже. Да сколько ж вас там? Все, закончили. А эти есть? О, у меня тут тоже есть, смотри. Ну, по чуть-чуть их достал. Все. Все, нету, и рубинов нету, и ключей нету, и ящиков нету. Но главное, что я на Наеву вытащил. Теперь еще будем вытаскивать. Эх. Итак, в лаборатории Аркона у нас вот такая вот штука творится. А теперь будет, кстати, дай-ка пока здесь сразу их закину все и переработку их. Зачем они нужны даже? Вот так.